А это у нас КНДР, вот эти кадры улиц. Уже меньше суток осталось до главного политического события в Северной Корее за последние годы. Там впервые за 36 лет пройдет съезд трудовой партии Кореи. Пхеньян на ваших экранах. Сейчас там проходит последнее приготовление. По центральным улицам города идут тысячи празднично одетых людей. Они тренируются встречать партийных лидеров и других делегатов, аплодировать и подавать им букеты. Сегодня генеральная репетиция, и участникам приходится проходить один и тот же маршрут по несколько раз. Кстати, это единственное, что можно снимать. Подготовка к съезду проводится в обстановке строгой секретности. Неизвестно даже, сколько дней продлится съезд и какие вопросы там будут подниматься. Но жители КНДР, по крайней мере, в разговоре с журналистами возлагают на съезд большие надежды и считают это событие настоящим праздником. Мы сами захотели принять участие в этом грандиозном событии. Для нас, студентов, очень важно показать, что мы едины со своим народом и с нашими руководителями, и во всем им доверяем.